Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жекой мы будем чё играть? В чём сегодня, Жека, с тобой будем играть? Пусть майнкрафтером. А чё тут делать? Мы уже всё прошли, в боулинг играть вот тут, подожди, боулинг. Давай, кидай. Не, мне кажется, так работать не будет. Я не знаю, Жек, я не знаю. Допустим, подписчики любят пластилиновых майнкрафтеров, да? Они сейчас поставят лайк на вот эту серию. Поставьте же в честь пластилиновых майнкрафтеров, вот как на этой серии. Если наберём, будет круто. И чё дальше, Жека? Я не знаю, Эдисон, я не знаю, ну лайки-то набрались, нужно что-то снимать. У тебя есть какие-то предложения? Кажется. Вот почему мы все время деремся друг с другом, я не понимаю. Почему? Ну, а чё? Пойдем бить других пластилиновых майнкрафтеров. А такое можно? Можно. А где? А где можно? А такое? Вот. А ты знаешь, где это можно делать? Я-то знаю. А пока покажешь мне дорожку вот туда, куда нужно. Знаешь, куда нужно? Куда? Вон туда. Туда? Нет, туда. Да, туда. Ну пошли туда. Туда. Да нет, туда, там дорог, тут да. Дороги нет, пошли туда. Ну хорошо, тогда посмотрим, с кем мы сейчас подерёмся. Ну мы в команде с тобой будем, да? Да. Пошли. А лайк поставьте, если хотите больше пластилиновых майнкрафтеров. Пошли, Жек, пошли. Вот сюда, да? А ничего, что тут двери нету? Ничего? Да не важно. А, ну ладно, пошли. Мы точно правильно идем? Да. Ну хорошо. Просто иди вперед. Иду. Молодец. Спасибо. Короче, Евгений, Жек, прикинь, ну. Тут кто-то на нас говорит, то, что мы с тобой слабые пластилиновые майнкрафтеры. Ты прикинь, мы слабые с тобой, понимаешь? Мы слабые? Мы через такое прошли, эх, всех побьем. Ты вообще понимаешь, что они себе возомнили? Давай им покажем пластилиновую фигу, а? Давай покажем. Всем просто. Ты готов рвать пластилиновые жопенцы? Ты будешь очку пластилиновую еще? Давай. Опа. Почему я синий? А почему ты зеленый? Короче, Жека, я предлагаю. Ой, ты где, Эдисон? Меня сразу двушечку прописали старта, я такой, чё? Короче, кусай их за задницу и скидывай на. Жека, у меня кеп! Нет, Эдисон, я иду за тобой! Так, мы были близки к победе. Для меня это пока очень сложно, честно тебе скажу. Жека, как тут башкой биться, драться? Я не знаю. Так, Эдисон, мы с тобой на одной платформе, поэтому осторожней. Я бью повара. Повар! Ты бей пингвина, бей его! Да как, Жека? Давай, двое на одного, ты чё моего друга ударил? Двое на одного, он нас раскидывает! Я его тащу на собаку. Да как? Он меня убил. Тут рокер какой-то. Нет, чувак, успокойся, не надо. Покажи ему. Башкой. Сейчас все будет, подожди. Да отпусти меня! Отпусти! Смотри, босс, блин. Ты смотри, как он меня на прогиб кинул. А что мне делать? Я случайно зацепился. А ты жив еще? Я еще жив, да. Ну давай, я умирать не буду, я тут висеть. Ты меня не видишь? Не, я тебя не вижу. Не вижу. Отпустить! Как башкой драться? Как они... Ты понимаешь, я никого еще до сих пор ни один раз нокаут не положил. Ни один раз. Я упал! В смысле, я упал! Видимо, тут приду... Фига он! Не, я тебе говорю, этот пингвин, он ненормальный. Это что-то слишком жестокое какое-то. Он меня сразу в нокаут, Эдисон! Я полежу, пожалуй, хорошо? Собак, ты шо, Жеку трогаешь? Давай, Жека, давай нахрен! Давай, ты сзади, я не... Подожди, смотри, какие они жестокие. Давай! Пацан, подожди! Давай, Жека, с разворота! Двушку с апперкотом, Жека! Ты смотри, куда я розовый залез! Туда иди! Как?
Как они вообще так дерутся? А ты понимаешь, что этот чувак куда-то вообще где он? Да, он вообще наверх туда забрался куда-то. Смотри, куда он забрался, нахуй! Тан-тан-тан-тан-тан-тан! Смотри, какая победная тактика! Офигеть! Кто из них выиграет? Розовый вот этот. Реально розовый выиграл. Вот ты читер, а! Как вообще в нокаут? Я хочу делать ебой, я хочу тоже делать ебой. Я на одной дышке за пингвином появился, нет! А я сам. Я убил пингвина, Жек! Ты жесткий, Эдисон! Меня сейчас убьют! Меня убили. Жек, у меня тут проблемка, я немного себе пипипунчик сейчас отморожу, немного. А ты... Все, я упал. А ты попробовал бы так же полазить? Я не умею, как? Следующий, если будет следующая серия, то в следующей серии поиграем, 100%. Да, Жек, мы устроим свой Mortal Kombat. Я справа где-то. Жека, Жека, иди сюда! Просто уходи. Подожди, давай просто ради эксперимента, подожди. Залезаем наверх. Подожди. Держимся, Ой! Все, сидеть тут. Что ты там со мной делаешь? Да, спускайся! Эдисон, он ползет за мной! Как он меня ушатал! Я его сейчас ушатаю, Эдисон! Я его сейчас за тебя ушатаю! Ой, я тебя ушатал! Да ты смотри, какой ж... Давай! Бери, давай, давай! Держи, давай, давай! Давай! Ты куда улетел? Я жив еще, я жив еще. Не трогай пингвина! Меня метро сбило, Эдисон. Да? Не давай им вылезть, Эдисон, бей! Я как бы стараюсь, но это не так... Он меня... Я, в смысле, я один против пингвина остался! Эдисон! Да он меня с нокаута не выпускает даже! Оторви ему клюв! За задницу! Да я в нокаут тебе дал, уйди, стол проклятый, я ничего не вижу! Тактика пьяного мастера, давай! Ой, я выжил по еще один после... Не отпусти! Если умирать, то вдвоем! Иди сюда, собака! Нет! Выпрыгивай оттуда! Я как? Ну как ты залезаю вот так вот? Давай! Да! Да! Ничья! Хотя бы ничья! Ура! Я говорю, если умирать, то умирать вдвоём. Почему я... Смотри, со мной какая-то старушка или кто это? Я не хочу бить старушку. На, я одного уже апперкот... А ты где? Я в другом лифте. А, да? На, всех раскидал! Я напрыгнул на чувака! А как вверх руки поднимать, чтобы их выбросить? Я что-то не могу понять. Мышкой просто вверх тянешь. Что-то у меня так не работает. Эдисон! Я выиграл на своем лифте! Мё падало, давай, пошёл отсюда нахрен. На! Я всех выбросил, со мной один чувак! Подожди, это не я, это я, Жека! А, это ты? Давай, Жека, давай! Бей это мудакон! Жека, у нас есть шанс на победу! Я думаю, что за хрень? Я тоже что-то знакомое такое, смотрю. Жека, давай! Давай, выбрасывай его нахер! Давай, тащи его! Рокер поганый! Ну как тебе? Отпусти! Нет! Отпусти его! Дай же, копейный мастер! Ты кепку потерял, Эдисон! Давай! Он заколебал! Я его начинаю тащить, а у меня вот так вот, со мной вот так. Давай! Да! Ебой! Я пожертвовал собой. А ты какой? Я голубой. Голубой. Короче, у меня я голубой с синими руками. Так, бабулька красная. Жека, это я. Она залезает, лови ее, кусаю! Да не меня кусай, а ее кусай.
Что ты лезешь, не лезь. Так, короче, давай всех остальных раскидаем. Иди сюда, Жека, иди сюда, иди сюда, нужна помощь. Пьяный мастер! Всех раскидали, смотри, всех раскидали, минус один. Давай, тащи. Как его тащить-то? Ой, тебя тащу, тебя тащу, твою мать. Он вылез. Пьяный мастер, Жека. Большая проблема. На. Ой. Мам дорогая, мам дорогая. Тут бабуля упала, падает. На! Минус два, Жека, минус... Нет, не минус два, вот этот вылез, рокер. Рокер поган. Жека, у меня тут проблемы. Я тебя сейчас поймаю, падал. Жека, Жека. Я его, подожди, я его тащусь. Нет, нет, нет! Воу! О, бабуля, бабуля! Давай, бей меня! Свет мой украла красный, старая карга! Все, вот так нормально. Не вылезай! Все! Накал стоять! Еще один! Ты смотри, какие! Жека, иди сюда! На, давай ему похлебалу, Жека! Ты что, мою кепку украл? Жека, давай, тащи его! Ты что? У меня тут проблемка. Да, я не понимаю, как в этой игре подтягиваться. Я всё сейчас сломаю. Это еще два психа. Слышь, ты говно, сюда подошел! Я тебе сейчас покажу, замай! Ну ты что, на кого лапу свою поднял? Так, смотри, ты вот этого хреначи, я пошел. Научите меня, пожалуйста, руки вверх поднимать. Ты шо, паскуда, Жека, спаси меня! Я его кого-нибудь выкину. Смотри, как я его закинул! Опа! Ты вот этого берем вот так вот. Берем его вот так вот. И немножечко вот так вот. Нет! Жека, нет! Жека, нет! Жека, нет! Ты собака, ты на кого тут? Ты шо тут вот? Не! Это он просто крыса сразу. Он просто всю игру где-то там висел наверху и выиграл. Да. Уганда. Уганда! Шо ми давай! Короче, бей, Зоис, нифига смотри, тёлочка какая с нами. Ну, бей её нахрен. Ребят, мы научились как руки вверх поднимать. На shift. Ещё не было, не переживай. О! А ты что, умер? Нет, какие... Нифига, я 2 апперкота, 3 апперкота! Ты, а зачем мне? Я просто тыкаю на все кнопочки, такой типа, да, сюда! Да хахаре меня бить, заколебали, смотри, это трансвестюга! Я эту сейчас скину. Ты только не знаю. Давай, смотри, я её держу, а ты её бей. Жека, там к нам еще один идет. Ах ты же, это Элвис Пресли, бей его! Апперкот. Еда, я его убил! Отлично! Жека, мы всех убили. Подожди. Не! Не! А, Уганда! Уганда! Шо ми давай! Давай! В смысле? Нет! Давай! Почему ты меня столько раз в апперкот заколебал? Не! Нет! Почему? Как? Так нечестно, да, это читерство! Так, я бью этого деда. Минус один! Да? Минус два! Жека, я для тебя двоих убил, если чё. Ой, а шо это я летаю? А шо это мы летаем? А шо это такие? В смысле, а чё? Она останавливается! Я умер. Я тоже. Чувак просто ничего не делал, он... Опа, качаемся в зале, поднимай.
А? Опа, опа, опа. В общем, Жек, мне кажется, можно этому уже закончить на самом деле. Ребят, ставьте лайкусики, мы обещаем то, что если будет следующая серия, мы с Жекой еще подкачаемся к следующей серии. Будем всех разносить просто перкотами, двушками с апперкотами. Да, мы еще вам покажем. Ебой! Вот так. Ебой! Ставьте лайки! Будет много лайков, будет много серий, прям обещаем, честное слово. Да. А что еще, еще надо? Не забывайте подписываться на наши каналы, не забывайте, потому что у нас много веселых видосов. И да. Подпишусь. Всем спасибо за просмотр, ебой, всем удачи и всем пока. Пока. Ебой!